Он будет грабить, вспоминая фестиваль. Привет, Бильбо. Расчет с вертушки. Вертуха. Пойдет на снег, юнец. Но почему так не смешал, мой отец? Ай, блядь. За что? За что? Один. Десять сердец, видимо. Два. Десять. Три. Десять сердец. Три. Десять сердец. Стив Гарл. Пять. Десять. Десять сердец. Десять сердец. Бэйли Локин. Мэрин Локин. Девять сердец. Десять сердец. Пиэня. Уолтер Салливан. Пустота. Темнота. Уныние. Отчаяние. Джозеф Шрайвер. Искушение. Синтия Валаскис. Исток. Джаспер Гейн. Бдительность. Эндрю де Сальва. Ричард Брейнли, Хаос, Мать Айлин Гелвин, Мудрость Генри Танцова. Полный список. Да потому что пятого Сайлент Хилла нет, и шестого тоже. Блять, да ну что ты, блять, уйди. Зачем я это делаю вообще? Уйди. Хоба! Полыхнуло небо огнем. Стало вдруг светло, и прямо на село приземлилось вот те кресты на лоб. Че там? О, да, деточка. Он себя в стенку спрятал. А вот и тело. Ёбушки-воробушки. Сливан, ты, блядь, ебанутый, скажу я тебе. Че, как он себя убил? Он что, кровь слил себе или что? Что он сделал? Уолтер. Его тело, оно обмотано какой-то трубой, изучить? Да, почему бы нет? В его плаще что-то есть. Что в его плаще? Заглянуть в карман плаща, ключ свободы. В смысле? Да туда тоже, по-моему, можно было. Снять замки нахуй. Да, приятно знать, что у тебя двушка, а не однушка. Фух. Мы вышли. А? Кто здесь? Правда, это, наверное, параллельный мир, судя по полу. И он там сзади, по стенам. Да, параллельный мир. Не может быть. Неужели и здесь тоже? А из этого мира где выход? Получается. Что-то я... О, Айлин плетется, здорово! Айлин! Айлин! Здорово! Ты где шаталась, мать? Я же волновался. Сколько их нет.
Так, а тут нужно искать какие-то... О, блядь, здорово. Здорово, руинер. Короче, здесь нужно искать какие-то статуи, что ли, что-то типа того. Какие-то хернюшки. Блядь, ты откуда? Какой-то кошмар. Пойдем. Пойдем, святая мать. Так, а это все, что ли, получается? А-а-а, свечи ищи. Ищи свечи. Здорово. Че-то новые враги. Новые, но старые. Ой! Улетел. Ты че улетел-то? Вы чё там, алё? Пацаны, не вижу вас. На тебе в лоб. Сика, будешь знать. Да ну это нечестно. Айлин, чё ты там? Айлин, Айлин. Закипело прям все. Так. У-у-у. Хилочка. Взять? Да, взять. Жалко, что его по-человечески нельзя лечить. Это прям напрягает, что... Если ты не знаешь, что ее можно свечкой, допустим, той же подлечить. Блять, ты чё там нахуй? Волтер, сука. О, дырка в стене. Здорово. Здесь чё? Так, здесь этот художник жил. Куда? О! Меч еще один. Правда, зачем он мне? Мальчиков приручать, видимо, да? Так. Чё за грязная рубаха? Так, что-то нехорошее происходит. Кто там? Где? Чё у меня медальон трясется? Сука, уйди нахуй. Иди отсюда. Убей, убей, убей! Отстань! Их вообще можно приложить-то? Любопытный вопрос. Че это, баллончик справит насекомых, блядь? Наверное, не знаю. Эффективно против некоторых врагов? Каких это именно? Да, блядь, женщина, отъебись! Шиби ее нахуй. Все, ладно, пошли отсюда в жопу. Айлин! Мать твою! Ты че там застрял? Иди сюда. Иди сюда, дуреха. Давай, давай, давай. Давай, давай, сюда. Да, конечно, лучше таким. Ну, что-то она не падает. Не знаю, сколько я ее уже бью. А у этой, я смотрю, все прям совсем плохо было. На спине. Ой, мать твою. Ты еще там не начинай. Да мы поняли, ты классный. Все такое.
Да идешь ты нахуй. И все? Здесь ничего нету. Кроме подставы вот этой. Здорово. Да идешь ты нахуй. Все ж, да? 204, да. Все. Айлин. Что это такое? Ничего. Ладно. О, здорово. Где Айлин-то, не пойму. Привет, Кейт. Пара звуков просто. Для всей души. Пивные львы. Что-то новенькое. Это медсестры местные есть еще. Это женщины. Да, выглядят они сегодня не ахти. Такие вот они. Так, хилка. Да выберемся, не переживай. Есть еще. О! Интересно. Вообще ничего нет. Так, ну давай сюда тогда. Кто там? Блять, ты еще нахуй тут. Иди отсюда. Мы тебя ушатаем вдвоем. Ты думаешь, мы с тобой не справимся? Беги, правильное сыкло. Ну че ты, сука? Ладно, 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 ладно. Все, иди домой. Хватит стрелять. Да я светил. Да. Ты, блядь, серьезно, что ли? Пойдем отсюда. Ну давай посмотрим, что будет, если я использую на ней свечку. Ты так, конечно, хрен угадаешь. Лечится она, не лечится. Свечка вроде горит. Да я знаю, что если ее оставить там в комнате в другой, одну с монстрами, все печально закончится. У нее прям вся спина будет такая какая-то в мозаике какой-то непонятный. Я, конечно, зря потратил свечку сейчас. А, может, еще найдем. Ну, просрем концовку хорошую сам. Ну, ладно.
Что поделать? Что-то, по-моему, ничего не изменилось, да? Зря потратили. Прям ощущение, что зря потратили. Ну-ка. Женщина! Ну, вроде почище стало. Пойдем дальше. Ну, светлее стало явно. Чё это? Не, вверх или вниз? Что-то я не понял сейчас. Что там такое? Даже а как мне вниз попасть? О, господи. Вас еще, блядь, мне не хватало. Где ты, блядь? Ты чё? Блять, тут ее-то зачем бьешь? На кой ляд здесь Friendly Fire, я не понимаю. Привет, Варзай. Опоздала. Кошмар какой. Я слышал, они где-то вылезают. Я не понимаю, где. А, вот ты где. На нах. Будешь знать. Так, и все, что ли? Мальчик, мне его так жалко. Блять, Айлин, пожалуйста, Айлин, хватит тупить. Просишь, блять, выйти из двери, а нет, она стоит, блять, варежку разинула. Мальчик! Мальчик! Старуха, блядь, на мальчиков потянулась. С ума сошла, что ли? Статью тебе впишу. Ой, патрон для револьвера. Ты, блядь, откуда вылез-то? Вылезла. Медсестра дылда. Да, возьми. По идее должна быть лестница, наверное. Нет? Окей, я куда тогда? Все же двери, получается, закрыты. Интересно. Интересно. Кстати, да, по-моему, ей наоборот хуже стало. Без тебя жизни нет, я не могу найти. Так, я что-то. Не жми стене, сквозь нее не пройти. Блин, вниз вверх. Куда ты хочешь, Гра, чтобы я пошел-то? Без тебя смысла нет, без тебя жизни. Хотя, по идее, я пришел-то вот оттуда. А тут закрыто. И чё? И чё ты хочешь, Гра, чтоб я сделал? Там закрыто. Там точно закрыто. Здесь? Не понимать. Возможно, нужно вернуться к
Когда Silent Hill закончится? Возможно, не сегодня. Блять, Айлин! Мне нужно попасть в самый низ. Но лестница вверх ведет. Что-то это слишком жестоко. Предметов мы никаких тут не брали. Да и какие здесь предметы могут быть? Мне же надо вниз попасть. Сколько частей осталось? Последний Silent Hill. Начинается. Айлин! Дурюха, блядь. Ну какой месяц? Чё? 2 недели всего-то. Так. Я в курсе, сколько времени. Блять, Айлин, ты чё за дверью застрял? Ты чё? Твою петь. 206-й проход за стеной. Думаешь? Ну, действительно есть. А как так-то? Как ты его не заметил-то? Ха. Интересно. Подожди, не нужно. Блин, не приметил. Не, ну это бан. Не, ну это бан. Да по-любому нам туда. Бля, Сильвия, иди нахуй. Сильвия, пожалуйста, отстань. Бля, Айлин, ты либо телепортируешься через всю комнату, либо, блядь, не телепортируйся вовсе. Задолбало. Усталый пустой несет. Бьет одно. Так. Отстань. Отстань, сика. Че творишь? Не надо. Ну я пошутил, все, отстань. Вот здесь, слева. А я вообще сюда заходил? По-моему, я вообще сюда не заходил. Вот те раз. Это, кстати, его квартира. Че там? Клюшка. Что надо-то? Отстань. Да иди нахуй, сейчас игра, блядь, зависнет из-за себя. Слушай, ебанулся. Блять, Айлин. Ладно, хорошо. Айлин, отойди. Когда роскошно. Ты как? Папа. Папа. А где папа? Папа.
Я не вижу твоего лица. Пап. Пап. Как нога не болит? Болит. Болит. Да что ты орёшь-то там? Хорош орать. Да отстань! Доебался. Чайку упал, нет. Все хуже. Чайка нервы защемил. Неделю, поэтому стримов не было. В общем-то. Потому что кто-то встать не мог. Ну жахни эту аптечку. Вот эту возьми. Так, это комната Рэйчел. Сколько я помню. Блять, еще ампула, ты серьезно? Давай, короче, юза это вынести. Эйлин, давай ты не будешь меня в ванной зажимать. Нет, я, конечно, хочу, чтобы ты меня зажимала в ванной, но не сейчас. Что там еще лежит? Господи, боже мой. Свечка. Блять. А оно, когда кончится, оно пропадет или что? Или оно бесконечное? Ох, мать! Мальчик, иди спать! Действительно. Путешествие цепей, не могу открыть дверь. Да хорош, пацан. Ты достал, пацан. Прекращай. Это альбом. Это отец Уолтера. Ящики жильцов. Нет, ни к чему. Дверь закрыта, я не знал, что этим путь. Я знал, что этим путем мне не выбраться. Так. Ну. Есть предположение, что дверь управляющего закрыта. 100%. Это что еще такое? Айлин, блядь! Ты угораешь надо мной, Айлин! Блядь! Тупорылая курица, где ты? Чё ты встала? Чё ты встала-то, алё? Пойдём. Ты перегорела, всё, блядь? Иди нахуй. Идиотка, блядь. Альбом смотрит. Ну ладно, я сам схожу тогда. Заткнись, черт. Тебя подери, ты не можешь во всем винить меня. К флешбеки полезли. Ох, мать, это что такое было? Это что такое лежит? Это хилка.
говорил нам, что он не нужен ребенок, разве нет? Отцовская любовь 10 из 10 просто. Что такое? А там портала не было в центре? Не было. Через года не говори. Так, я слышу здесь эту штуку. Это додж. Не додж, что ли? Ты че, дебил? Бля, они столько аптечек дают, ты посмотри. Вон еще одна лежит. Они прям меня ими кормят. Ядрить. Не откармливают. Вот, вот. Короче, давай сваливать отсюда, я больше не могу это терпеть. Канами, вот вы зачем это делаете? Ну серьезно. Зачем вы это делаете? Зачем вы сначала делаете из человека монстра, а потом начинаете это на жалость давить? О, у него там выбора не было. Нахер это все. Стоит, пальцем тычет. Сейчас, сука, в лицо получит топором. Сюда иди. Любишь детей? Племянницу люблю. Сами дети меня бесят. Они злые. Так, слушай, где ты? Да, я тебя завалю, и у меня место будет. Ну, давай, давай, давай! Все, отлично. Вот так сделаем. Правда, еще слышит его, будет проблема. Есть что-то в этом парне. Мне просто не нравится его вид. Это ребенок. Ну, а мне свою заставлять не приходится. Мне самой нравится играть. На он. С батей своим. Хреначит только путь. Какие-то гонки там. Петру Снейкс, привет. Мами. Мадеревскай. Че, я не сплю? Я проснулся в 10. Ну, в смысле, я уснул что-то в процессе ожидания стрима. И как бы... Маленькая плакса! Ну, вот этот мир остался, и все, вроде бы. Ну конечно, это же муляж, да. И это тоже муляж. Ну конечно. Здесь все просто макеты, суки. Кто так делает? Вот? За что? Свечка? Блин, это же рефлекс просто. Зрум был первым. Быстрее, собирайся. Зрум был первым с Silent Hill, который я прошел в детстве.
поэтому он клёвый. Как минимум. Так, ну и чё, всё? Это был последний? Или что-то ещё? Так, ну, видимо, го назад. Теперь, наверное, Айлин отойдёт. Придёт в себя. Наверное, а может и нет. Да. Айлин? Это ужасно. Бедный маленький мальчик. Вот этот? На качелях качается. Хотя это девочка, я бы сказал. Его родители просто бросили его. Сразу после того, как он родился. Да крысы у него родители, ну. Чмошники. Ему стоило бы их при жизни найти и убить, нахуй. Бедняжка. Действительно думает, что квартира 302 его мать. Это я про игру имею в виду. Я должна ему помочь. В жизни так не надо делать. В игре был бы норм. Так, ну мы вроде как все сделали. Теперь, наверное, нужно вот сюда. Ты чё? Ты чё, алё? В смысле? Эй. Там брось, игра. Справа я везде был. Слева это назад дорога. Я понял. Вот эта дверь. Все. Она теперь открылась, да? Да, она не цепи были раньше. 6 цепей было. И мы как раз 6 этих нашли. Так, пуповина лежит. Что-то еще что-то есть у тебя? Сандерланд. А какая у главного героя второй части фамилия была? Не Сандерланд. Часом. А что бы не взять-то, ну? Сика. Сандерланд. Это что, родственник его? Какой-то. Похоже на то. Вонючка. Фу. Да она, блядь, за столько лет уже разложилась, наверное. Фу. Моя голова. Генри, ты в порядке? Это Уолтер. Он плачет. Даже 21-е причастие будет исполнено, если это не поможет мальчику. Я возвращаюсь к Генри. В комнату, где он. Ты чё, ебанулся? Ну пока! Мы единственные, кто может это остановить. Его остановить. Да-да, иди. Ну, молодец. Лучшая идея. Через всех монстров. Ты глупая женщина, ну. Так, ну все, уже почти финал, да? Свечи, правда, нету ни хера. Ты принюхиваешься там, что ты делаешь? Выложи в короб, закрой, убери. Дурачок. Пуповина. Все. Страшный человек. Хотя более страшный этот администратор этого здания, блин. Который прячет пуповину, блин, в течение 20 лет. Ебанутый, что ли? Так, это что такое?
Боишься темноты? А кто ее не боится? Я боюсь темноты после ужастиков. Так нет. Особенно если сбоку кто-то такой. Джиперс, криперс, ты откуда выпался? Или раз, два, Фредди заберет тебя. Знаешь, как весело бывает в темноте с такими людьми. Похоже, нас комната зовет. Что это? Монстры, что ли, все заново появились? Так, ну чё? Идем походу на финал? Я не знаю. А дадут мне возможность зайти там в ящик залезть? Стоп, зачем я иду назад? Мне не сюда нужно. Так, ёпты, развернись. Шкаф по ночам скрипит. У меня PS3 скрипит. Это что такое? Ого. Это женщина, это Айлин? У нее эти будут. Шипастая броня у нее будет. Мальчик все продумал. Ну как, маму надо защитить, чтобы пастая броня сам то. Стоп. Я как-то не туда иду, по-моему. Чуть-чуть не туда. Оу! Здорово! Ты дурак, что ли? А девушка? А. Исписано. Такое было? Что-то я не помню такого. Где мы? 206. О, здорово. У-ху! Классно было. В своих слабостях. Зачем тебе? Ты еще буду эти свои личные мысли рассказывать. Что ты хочешь вообще услышать? Чика падок на кефир. Что? Лестница. Так, для справки, я не очень люблю кефир. Чего это такое? Кто там замерз? Здорово. По центре? Дай войду. Ощущение слабеет, наверное, это благодаря медальону. А мне одной свечки не хватит. Ну и чё? Повезет, не повезет. Если повезет, он исчезнет. Если не повезет, это как минимум уже не очень хорошая концовка будет. Я не хочу открывать холодильник. Я не хочу знать, что там. Пойдем искать еще. А нет, где больше искать? Я все, бегаю. Я одну свечку потратил на Айлин. Можно было не тратить, в принципе. Долбанный, блять, монстр.
Чё ты вырезаешь постоянно? Иди домой, Крися. Да там реально кот мяукает. Чего? А чё толк-то от того, что она не будет суицидиться быстро? Один хрен, концовка-то плохая. И он не исчез, да? Заебись. Окей. Медальон, в принципе, его можно снять. Что нам нужно из оружия? Нам еще нужна аптечка. Три хотя бы, я не знаю. У нас четыре получается. Че по пушкам? Че по пушкам? Вместо топора сейчас, наверное, возьмем кирку. Револьвер. 12 патронов. Добери больше. А бля, я уже все, я уже не вылезает. Все, жесть какая, что? Так. Это тупо, что у них оружие просто как-то складируется, хер пойми. Так. Ой, блядь. Я сейчас помню. Ой, ёпта мать. Раз, два, три. Три места. Раз, два, три. Все тогда, в общем-то. Вглубление, погодите. Это необычное углубление. Когда внимательно смотрю, у меня возникает чувство, будто меня может затянуть туда, как будто оно связано с каким-то другим измерением. Или может это вроде дыры, в которую, из которой, если залез туда, нельзя выбраться. Залезть? Конечно! Выбраться же нельзя! Чё б не залезть? Last boss сейчас будет. Первым делом нужно взять 4. Так, нет, даже сначала пуповину надо вставить. Правильно? Пуповину, потом 4 копья. С одной стороны и 4 копья с другой стороны. Все это нужно делать быстро, потому что Айлин... Сика. Да! Че это такое сзади? Статуи с копьями, наверное, да? Yes. Так, куда мы идем? А, никуда мы идем. Залезь в дыру. Вот оно! Веселье безудержное! А это мать. Это мать. Квартира так выглядит. А это Уолтер. И он, сука, бессмертный. Рядом с матерью. Мудак тупой. Чтоб ты жил на одну зарплату. Бабкину. Понял?
А почему у тебя мать мужик? Я что-то не уловил. Тебя это не смущает? У тебя мать мужик? Или у тебя это две голубые папки? Ну, вроде она выглядит более-менее здоровой. Надеюсь, она не будет лететь, как в жопу ужаленная. Мама, 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 пусти меня, мама. Эй, привет, маленький Уолтер. Осталось уже совсем чуть-чуть. Генри. Вот и ты. Последняя часть 21-го причастия. Последнее знамение. Приемник мудрости. Приемник. Ну что, погнали? А где пуповина? Так, стой. Чё ты меня путаешь? Давай, подруга. Это тебе. Копия. Погнали. Мое. 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 Лох. Хорош, айфреймы спасают. Два. Давай, давай, правильно, отжимайся. Лежи, лежи, не вставай. Это тебе, на пассажу. Дурак, блядь. Ты делаешь что? Ай. Сука, айфреймы спасают прям. Погнали. Ех нахуй, вот это он сейчас попал, будет было бы больно. А-а-а. Хорош. 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 Погнали. Давай. Сикуха. Вставай, блядь. Сука. Да хорош, блядь, перестрелка охуительная просто. Дай бог каждому. Тихо, отстань, игра. Спокойно. Ну чё, пупыр, я иду к себе. Ты понимаешь, да? Я иду к себе, тебе будет больно. Нахуй! Ого, это было больно. На нахуй. Дом у дороги. Айлин, живи. Айлин, ты живешь? Айлин, ты не ушла? Айлин, все хорошо? Айлин, ты жива? Все? Айлин, остановись.
спасет. Мы таем, словно свечки, кто же нас спасет? Спаситель несчастных овечек. Ми-ми. Как правильно они считаются? Малеревской. Малеревской. Спасибо за фоллоу. Добро пожаловать. Айлин, мама. Мама. Пусти меня. Мам. Пацан, это за что? Чтобы я не сделал, чтобы он просто исчез, и все. Чуть это просто слишком жестко было сейчас. Это самое. Он вышел. А, Айлин чего? Подожди, мы хорошую концовку получили, что ли? Че ты мне пиздишь-то? Как ты вышел-то? Че там призраки в доме? Спасибо, Канатян. Спасибо, Рамошек. Спасибо, Камрад Крет. Спасибо, Блэзер. Айлин. Три дня спустя. А, она ж спит в больнице. Еврить. Я забыл уж совсем. Спасибо, Феонор. Ты прям куриные яички достал и прям швырнул в ее сторону. Вот это. Что ж, я думаю, теперь я могу вернуться в South Central Heights. Или ты так просто? Не, ну это плохая концовка. Вот это плохая концовка. Но он вышел. В то же время. Это странно. Или ты это так, вышел погулять, подышать, потом назад вернулся, что ли, в проклятую комнату свою? Ну, ясно. Ну, ладно. Так, вот это мы вырубаем нахер, ибо... А чё так, я думаю, музыку послушаем. Нормально. Игра свернулась и, короче, решила. Пошло все в жопу. Я три записки не нашел, серьезно. Концовка мать. Да я знаю, что была бы плохая, но... Короче, это типа средняя концовка. Он вроде как вышел, но комната все равно проклятая осталась. Ну, ясно. Пройдено. Пройдено. Пяу. Пяу. Пяу, пяу, пяу. Пяу, пяу, пяу. Итого, мы прошли все Silent Hill практически. Спасибо, Боссман. За две недели мы прошли практически все Silent Hill. Идрить. Первый, второй, третий. Еще умудрились алхимилу зацепить. Еще... Как его? Даунпур прошли. Вообще молодцы. Вообще молодцы. Прям норм. Ага. Слава богу, теперь Silent Hill'ов нет. Можно расслабиться. Вот.
Петя? Какой Петя? В чем ты? Список там, в таблице игр, которые дальше будут. Завтра у нас будет Batman Arkham Origins. Будем основную сюжетную линию проходить. Вот. После него Код да Винчи по списку. Вот. Все. А да что, Резидент? Не. Список есть вон. Дальше Enslaved. Потом Петик. Чего ты пристал ко мне, боссман? Ты, блядь, в таблице заходить не умеешь? Я не понимаю. Что тебе нужно от меня? Все в таблице написано. Не хочешь смотреть таблицу, я тебе отвечать не буду. Ладно. Всем спасибо, что смотрели. На канал подписывайтесь, в группу вступайте. Все в описании под каналом есть. Если что, всем доброй ночи. Кому-то удачного дня. И увидимся с вами завтра, да? Завтра можно увидеть с вами? Да, можно. Завтра с вами увидимся. Все. Всем пока. Извините, что задержал сегодня вас. Так вот. Бывает. Всем пока. И хабач. Никаких фредов.